Так было всегда. Тот, кто хочет достичь своей цели и мечты, для него не существует никаких преград. Важно только верить в себя и не отступать перед трудностями. Так примерно можно обозначить главную идею проекта «Люди, события, факты», созданного музеем документального кино «Сибирь на экране». В этот раз перед днем космонавтики ребята встретились на экране с людьми, для которых космос стал смыслом жизни. Мероприятие из цикла, который у нас уже проходит 2 года, называется «Люди, события, факты». Мы рассказываем детям преимущественно о том, какие замечательные земляки у нас есть, что Новосибирск – это вообще город безграничных возможностей, где можно получить любую профессию, любую специальность, любое образование и воплотить свою мечту. И наше сегодняшнее мероприятие называется «Космос Анны Кикиной. Мечта и цель». На мероприятии присутствовало более 80 детей 6 классов из 156 школы. Ребята увидели фильм об Анне Кикиной, девушке, которая стала знаменитой во всем мире. Кроме этого, дети увидели кадры из фильма «Космос без границ» о летчике-космонавте Максиме Сураеве, фрагменты фильма «Дорога к звездам» о Константине Циолковском. Это все история о том, как сбываются мечты. У нашего музея профиль – это документальное кино, то, конечно же, большинство наших мероприятий – это кинопрограммы. Несмотря на то, что большее время встречи отдано просмотру видеоматериала, живое общение все равно значило очень много. Мы с вами сегодня поговорили про Циолковского, который мечтал, когда-нибудь человек полетит в космос, и его мечта сбылась. Юрий Васильевич Кондратюк – человек, который с тяжелой судьбой, кто не поленится, в интернете можете посмотреть, всю жизнь ему пришлось жить под чужой фамилией в силу определенных обстоятельств. Написал эту книгу, тоже мечтал, что она поможет людям полететь в космос. И это свершилось. В подготовке мероприятия принимали участие несколько организаций и общественных объединений. Данный проект у нас действует в ресурсном центре уже более 2 лет. Он подготовлен для вас сегодня Музеем документального кино «Сибирь на экране», Советом ветеранов Центрального района и ресурсным центром общественных объединений Центрального района. Главная идея мероприятия – научить ребят уметь мечтать и установить цель в жизни. Для учеников, судя по их впечатлениям, цель была достигнута. Урок был очень полезный, наверное, мотивирует ребят добиваться своих целей и быть уверенным в себе. Я поняла то, что если стремиться к своей цели, то можно всего добиться. Это было очень познавательно, и из этого урока можно сделать вывод, то, что главное верить в себя и в свои мечты. Возможно, что после таких мероприятий и интересной видеоинформации среди этих мальчишек и девчонок появятся новые космонавты, летчики и капитаны космических полетов.